Если хочешь первым смотреть наше видео, подпишись на канал, нажми на колокольчик и будь первым. Всем привет, дорогие друзья, с вами команда Detol, и мы продолжаем играть в Shadow Fight 2. Всем привет, дорогие друзья, ну что ж, наши бои в мире теней продолжаются. И сегодня мы пойдем в старые раны, конечно. Да, ребята, посмотрим, что там сенсей-то нам предложит интересненького. Как он со вдовой расквитается, это же у нас третий уже бой. Да, третий со вдовой, ребята. А мы сейчас должны проапгрейдить нашу экипировочку, чтобы тащить на максимум. И поэтому мы с вами сейчас купим первый уровень. Слушай, а мы с тобой шапку, шапку купили. Да, шапочку тоже апгрейдим. Смотри, по одному уровню, да? Да, везде по одному уровню, я думаю, этого будет достаточно. Этого достаточно, потому что, ребята, у нас следующий 29-й уже на подходе. Надо туда зайти с большим количеством денег, чтобы уже купить новую экипку крутую и тащить. Ну что, разомнемся где-то или в старые раны сразу? А? Давай разомнемся. Да, разомнемся немножечко, чтобы в старых ранах-то не подвести сенсея. Поехали в турнирчик, в бой здесь сложно, ребята. А вы не забывайте ставить лайки, подписываться на канал, делиться этим видео со своими друзьями. Ребята, поддержите команду Detol, ведь мы стараемся специально для вас. Ну что ж, атаман атаманище получает... Молниеносный. Ничего себе, как ачивку мы дали. Ачивку какую-то получили. Да, да, ты видел, какой крутой был удар? Прям в повтор бы его вставить, если не забуду. Так. Да, было неплохо. Шок, ребята. Ничего себе, вот это мы его разнесли. Даже он не смог ничего противопоставить нам. Разорвали этого атамана в клочья просто. Ой-ой-ой-ой. Ну, дважды такой так не стреляет. Да, как-то мы прям попали очень хорошо. И с разворота. Ты смотри, как я научился биться этими тесаками. Они все-таки немножко неповоротливые, ребята. Мы привыкли к серпам, которые молниеносно бьют. И у нас нету вот этого, нету этой потери на первом ударе. Потому что с серпами ты сразу бабах. Первый удар 500 раз нужно нести. А, да ладно, то есть мы 500 раз, вот это да. Ну что же, старые раны или испытания? Не, еще испытания, давай пройдем. Восстанавливающее здоровье, противник возвращает урон. Отлично, погнали. Главное, чтобы от наших кровотечений он урон не возвращал, да? Не, но от кровотечения не возвращается. Вот если мы на неисовстве сильно задамажим. Вот это будет, конечно. Да, ребята, как вернется нам, нехило, пол хелсов снесет. Ать, ты смотри. А вот как раз неистовство, но и мы опасно, как всегда, да? Его про это, прошляпили. Про, да, пролюбили неистовство. Ну ничего страшного, наши рога молниеносные, может, еще раз сработают. А может и сработают, смотри, в воздухе мы подкрепили его ударом. Лили, а вот смотри, возврат урона нам идет. Ох, как хорошо. Космический просто. Вообще бешеный, и с кровотечения тоже шел, да? Нет, с кровотечения не шел. Слушай, ну прям хорошо сейчас, да, добили его тремя ударами, прям в голову, ребята. Прям мне нравится, что эти топорики прям вот... Сагиря, у нас тоже восстанавливается здоровье, между прочим. Да? Да. Сейчас бы магию можно было использовать, кстати, я прочувствовал этот момент. Но магия у нас не работает. Ой, хватило на это сил. Все, Лилия повержена, вот так вот на изи мы с ней расправились. Шикарно расправились, ребята, просто пнули ногой под конец. Любишь крутые компьютерные игры? Заходи на наш канал Detol Hard Play. Ссылка в описании. 29-й уровень у нас на носу. Ну тогда надо его поднять. Давай. Давай поднимем, безумно. А что у нас телохранитель есть? Выполни комбо 5, телохранитель невозможно. Всего лишь давай турнир. На безумном в турнир. Да, ребята, но это у нас версия Special Edition, кто не знает. И здесь безумно, реально безумно. Не как в основной версии было, что даже на невозможно можно было затащить. Здесь и правда сложно. И здесь тесак с огромной штуковиной своей. Ой, с подката начал, понял? Он решил, что он не сможет замахнуться так сильно своим зубилом. Но это было правильное решение, на самом деле. Действительно, его оружие очень медленное. А мы чуть-чуть пободрее будем. Ну да, смотри-ка. Кровотечение в помощь нам. И вот победа, здесь... скорее всего. Возможно, да. Даже подкат не успели сделать, противник повержен, ребята, и это неплохо. Ну, слушай, безумно, не такое уж и безумно, как хотелось, как казалось. Оу, мэн, вот это прилетело ему. Вот это он прям подкатился под удар, ребята. Прям хэд-хит, фёст-страйк, еще и крит-танули. Отлично, отлично, сейчас бы еще кровотечение не мешало. Развернулись. Так, развернулись. На магию надо было добить его. Я думал, нет, я думал просто он сейчас подойдет и дать ему хорошенечко. Но мы вот так вот прям скрестили наши тесачки и дали ему по голове, ребята. Отличный, отличный был бой. Победа, 352 тысячи и 29 уровень, ребята. 29 уровень, вот так вот мы быстренько скачем, прыгаем между... левелами. О, пробивание блока, конечно. Да, ребята. Мы это изучаем способность. Пробиваем блок всегда, любим это дело. 5 гемочков мы получили, кстати говоря. Очень радует, что здесь не один гем дают, а 5.
У нас есть Дадао, но Дадао такое себе Дадао. Дадао еще то. Я думаю, оставим тисачки, потому что у нас кровотечение. Ребят, следующее оружие, возможно, Саи Предвестника возьмем. Да, кстати говоря, Саи Предвестника. Хороши. Слушай, они... но они 370 гемов стоят, нам нужно будет поднакопить где-то. Ну, а гемы у нас накапливаются в обычных битвах в испытании. Да? Сейчас покажу это. Так, давай тогда... Ой, чуть Дадау не купил, представляешь? Вот это да, я бы пролетел. Был бы косяк, а? Так, ну что, тисачки улучшаем. Давай. У нас остается 800 тысяч, надо было, кстати, броню посмотреть, мы что-то с тобой... Ох. Темная броня Бэтмен. Ничего себе, поглощение урона, слушай. А наш сколько апгрейд стоит? Мы не хватает нам на наш апгрейд. Может, на шляпу хотя бы хватит апгрейдить? Ну, шляпу надо апгрейдить по-любому, потому что мы ее, извини меня... Да, давай ее проапгрейдим. Да, шляпу проапгрейдим, потому что мы за 100, сколько, 175 потратили гемов. А здесь, я думаю, на темную броню надо накопить, да? Или да. Купим ее просто? Да, не знаю, можно купить. Давай купим, порадуем наших подписчиков. Давай, покупаем, ребята, за гемы все, так что... Ставим лайки обязательно. Смотри, какой у нас демонический прикид. Плащ, рога на голове и еще тесаки. Мы просто какой-то демон из преисподней, ребята, получились. Это точно, прям шедевральный, шедевральный. Даже телохранителя вдовы можем покоцать сегодня. Давай. Если ты любишь Лего, подпишись на наш второй канал Detol Lego. Ссылка в описании. Давай, пойдем. Давай, давай старые раны, ребятам обещали. Хорошо, хорошо, старые раны, идем в них... Хотя там будет сложно. Ребятушки, поддержите нас, мы идем в бой. Да, поехали, ребята, поехали в бой. Здесь у нас катана, насколько мы знаем. И вдова, кстати, диалогов нету. А почему нет диалогов? Потому что мы уже пытались ее одолеть и не получилось. Да, точно так и было, ребята. А я счет забыл. Да, опа! Потому что она что-то какая-то увертливая, какая-то мощная вот такая. Да, вот. Была она мощная, но сейчас, ребята, мы подпрокачались немножко, мне кажется. Чисто даже смотри, морально. Смотри, с разворота. Опа, ей как, да? Как она думала-то, что мы опять слабенько здесь задамажим, а мы мощно дамажим, ребята. Вот так вот, хорошенечко. Неплохо, еще один разочек. Выпад. Отличненько. Выпад еще. Хорош. С да. Ноги. Ой-ой-ой, с разворота получили. Ой-ой, опасный, опасный. Шок, шок, ребята, нас зашокировали. И ногами, походил, мы сейчас будем сражаться. Да, видимо так. Подкаты, ребята. Когда вы без оружия, лучше, конечно, поджать ножки и... бежать. Да, и бежать. Да, лучше бежать. Но убежать мы не можем, поэтому мы проиграли, к сожалению. Слушай, да, что-то вдова какая-то мощная. Надо ее насадить на нашу шпагу. Да, вот нету у сенсея каких-то, знаешь, прям мощных какой-нибудь удар. Да ладно, опять шок. Слушай, как пройти тогда эту штуку, если мы не можем нормально ей задамажить? Давай, давай, шагаем, шагаем. Слушай, может, надо просто сначала обычную вдову добить, а потом уже да? сенсеевскую. А ты думаешь, останется? И слушай, я вот сейчас надеюсь ее с ногами как-нибудь задамажить. Давай попробуем. Потому что она жизнь вон уже себе восстановила, уже практически половину. Ай, не дотянулись немножечко, ребята, сейчас два удара. Еще, ай, вообще не подкатик, потянули. Нет? Да вот этот удар хороший, кстати говоря. Да, он слушай, она восстанавливает хелсы, ну вообще, ну это просто нечестно. Очень нечестно, а мы даже ничего не восстанавливаем. Только полные хелсы, смотри! Да ладно тебе! Ребята, вот мы просто да. Со всеми силами дамажим ее, вот, ну вы видите, да, мы же не поддаемся, ничего не делаем, просто дамажим со всей силы и не можем ее победить уже второй раз, да что ж это такое? Я предлагаю сходить на телохранителя, полностью вот на нем отработать нашу неудачу. Да, ребята, просто сорваться, медведь у нас здесь. Твой путь закончится здесь. Дава выбрала меня, верного пса, охранять ее покой. Так что будь готов получить по шее как следует. Ну, идем в бой. Кто еще по шее получит-то, а? Медведина. Смотри, какой он здоровый, с кувалдой. Ух ты, медвежонок-то, а? Вот прям смотри, в мехе медведя, мне кажется. Ну, конечно, походил как лот медведя. А посмотри, какой завалил. У нас скин крутой, а? Ой, ты да, плащ просто мы прям вообще а? Просто нереально, ребята. Стоило потратить столько гемов ради такого прикида, мне кажется, просто... Очень вот красиво Люцифер, прорисовали. Люцифер сошел просто. И защита броня срабатывает, кстати говоря. Отлично, ребята, отлично. То есть, ну да, урон мы, получается, такой большой не получаем, даже если где-то неправильно промахиваемся. Не опа! Это тело, а в тело попадает чаще всего. Да, смотри. Вот опять. Оу, опять кританул, же. Как сильно он нас отбросил, а мы дамага-то не получили, и опять получается. Не получили. И опять не получили, и двумя ударами, тремя. Вообще просто разнесли его, ребят. Просто напрочь задамажили. Это круто, конечно, очень круто. И, кстати говоря... получили 720 тысяч, да, и гемы. 50 гемов.
У нее особая власть над мужчинами. Это не просто красота, это магия. Я не могу противиться ее воле, но вижу, кто она на самом деле. Вот так и говорит. И кто же она? Вдова жестока и беспощадна. Прошу, положи конец моим страданиям и освободи нас всех. Да, ребята, я думаю, что мы это сделаем в любом случае, но уже в следующих видео. Вам огромное спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и делитесь этим видео со своими друзьями. С вами была команда Детол, до новых встреч, новых видео, пока! Пока, ребят!